Сегодня на свободе с вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Наумчик. Сергей, привитание. Добрый день. Я хотел бы поразмовлять про феномен Сергея Тихановского. Ну, и ты, видать, хотел, вот ты вчера написал блог «Народный президент в 94-м и народный блогер в 2020-м», «Коли белорусы слухают сердце». Ты там проводишь параллель помеж Лукашенком часов кампании 94-го года и теперешним выбухом популярности видеоблогера Сергея Тихановского. Ну, я думаю, все бачили чергу, якая стояла до пикету его жонки на Комаровце. Вядома, кольки людей, скажем, глядят его стримы. Вядома, як десятки людей, ледзь не с кулаками, обороняли его от милиции, трапляли на сутки, як и он сам. Чем ты бачишь гэтую параллель помеж Лукашенком 94 и Тихановским 20? Чем яны подобны? Ну, Юр, я одразу скажу, и я уже бачу вот у социальных сетках, так сказать, что многие, может быть, прочитали то, что хотели прочитать, але я не имею это на увазе, маю на увазе, что я как раз не анализую особу Сергея Тихановского. Я вельми мало про его ведаю, практически, ну, минимально, можно сказать, ничего не ведаю. И параллели, и навод подкресливаю в своем тексте, что я не провожу параллели помеж этими двумя особами, а я провожу параллели помеж усприманием их людьми, усприманием Лукашенки у 94-м годе и усприманием Тихановского теперь. И вот тут, саправды, параллели, саправды, можно провести. Найперш и самое, как мне подается, головное, это два момента. Один момент – то, что люди минимально ведают, ну, удаденный вот момент, минимально ведают некую политическую концепцию, политическую программу, политические приоритеты Тихановского. Скажем, только подчас стриму на Радио Свобода, вот в неделю было огучено, что он, оказывается, выступая за парламентскую республику, что, скажем, мне, вот, например, импонуя, однозначно импонуя. Але, ну, это принципово такой момент, люди, так, але люди пошли, навык не ведущим этого, так? Вельми долго была незразумелая ягоная позиция для шмат кого, во всяком разе, ягоное ставление до интеграции с Россией. Хотя, вот, оказалось, что он был осуджены нават на сутки за удел у гэтых антыграцыйных акциях, антыинтеграцыйных. И приблизно то же самое назиралось и у 94-м годе, калі абсолютно не имело для людей никакого значения Сергей, программа... Я тебя перепыню, Сергей, пробач. Ты вот кажешь, что как бы неведомо, что Тихановский там, как он там вот до парламентской республики, ци до президентской, как до России. У Лукашенко в 94-м годе было выразно зразумело, как он ставится до России. И его ставление до парламентской республики так само было ведомо и зразумело. Да, он шел на президента, на моцного президента, и он этого хотел, и он так и как бы показывал свое ставление до улады, как он себе уявляет. Так что я тут не бачу такого уж подобенства. Я как раз таки не докончу свою думку, но вот на конт этого как раз у Лукашенко было полное соправды разумение, я целком с тобой сгодный, ты маешь рацию. Але у яго абсолютно не было ніякага разумення і ніякай не было, скажем, эканамічнай праграмы. А прыгадаю, у 94-м годзе галоўнае, што людзей хвалявала, гэта эканоміка. І я, скажем, там параўноўваю ў тэксце, што, напрыклад, кандыдат ад БНФ Зенон Пазняк меў даволі моцную эканамічную праграму, якую дапамагалі пісаць і дактары эканамічных навук. У Лукашэнкі было нешта неўцямнае, але для людзей гэта не мела значэння. А не мела значэння чаму? І вось тут другое галоўнае падабенства, якое я бачу паміж сітуацыямі, не паміж, зноў жа кажу, паміж Цыхановскім і паміж Лукашэнкам як асобамі. Яны розныя, шмат па чым розныя. Але у сітуацыі гэта тое, што людзі ішлі ў 94-м годзе, вельмі многія,
не столько голосовать, скажем, за Лукашенко, как голосовать супрать Скебича. Супрать Скебича, их уже, так сказать, достало этой улады. И то же самое, люди, которые идут, которых собирает Тихановский, собирал Менску, собирал Слуцку, у Барановича, далее будут собирать, я думаю, только будет нарастать вот эта колькость людей. Яны идут, ведаючи, конечно, кто он таки, але яны сами кажут у стримах, и у стримах, которые ведет Тихановский, что их уже достал Лукашенко. Яны не хочуть Лукашенко. И один вельми цікавый так само момент, что не будем забываться, что кандидатами у президента зарегистрованы не Сергей Тихановский, а мы обновили в регистрации, потому что он физично не мог присутствовать, так сказать, он тогда был на сутках, сидел, а зарегистрованная ягоная жонка, якую просто, ну, больше, напомню, не бачила у твар, не мая никакого значения. На гэтулькі надакучил Лукашенко, что готовы подтримать хоть кого, але, конечно, того, який б гарантовал бы, ну, скажем так, отставку, змену гэтай улады. Вот тогда, в 94-м годе, такой особой подавался Лукашенко, и был лозунг «Абы не Кебіч». Сегодня так само идет вот гэтый лозунг «Далоу». «Далоу», там, «Стоп таракан», но «Пасаран», в обоих выпадках люди не задумываются, так само это подобная ситуация, что, ну, а что будет далее? Вот, скажем, тогда в 2004 году хвалевала экономика, и вся программа экономичная Лукашенко звелась до вот этой знакомитой фразы на дебатах с Кебичем: «Я запущу заводы». Сегодня, скажем, людей так само, люди многие выходят и идут ставить эти подписи, потому что просто, ну, тяжкая ситуация экономична, а далее она в связи с пандемией и ситуация экономична, кризису сусветного будет еще горш. Але, снова же, вот, что будет далее с экономикой, не ведают. Это не означает, что, скажем, у Тихановского там не припасена некая экономичная программа. Я кажу про успримание людей, что их зараз это не хвалюю. Сергей, але я, видаешь, про успримание все ж таки, может, тебе заперечу. В том смысле, что, видаешь, есть такой старый анекдот, как «Кто таки зануда?» Это человек, який на питание «Як твои справы?» начинает рассказывать, як его справы. Ну вот, как бы, так, сапраўды, людей хвалявала тады у 94-м годе экономичное становище. Так, людей теперь хвалюе экономичное становище, у тым ліку и как бы само по себе и в связи с пандемией. Але это не значит, что люди хотят почуть как бы такой толстый экономичный талмуд, что я там вот такую зраблю там ставку податков, вот стольки я там, я не ведаю, там ставку рефинансования зраблю. Ну, от такого мухи дохнут. И ніякія нормальные люди так не воспринимают вогуле как бы политику. Люди могут быть вельми зацікавленыя, заклапочаны эканамічным станам, але яны хочуць пачуць некія, ну, такія як бы эмацыйныя пасланні, яны хочуць ну, як бы убачыць асобу, якая іх уратуе, а не вот як бы я кажу докладный план за всякими эканамічнымі тонкостями. Может быть, тое, что ты вот закидаешь и тады Лукашенко и зараз Тихановскому, ну, як бы это не по адресе. Ну, вот мы бачим, например, тое самое, скажем, русский Навальный. Тое самое, якая такая экономичная программа была у Зеленского? Ты я не ведаю, например. Ты, мне остается, и украинцы Юра, не ведают. Юра, а як раз таки я зусім не закидаю, но адворот, в этом блогу, який ты пригадал, я як раз и пишу, что вот и Лукашенко, и Тихановский казали людям то, что им было максимально зрозумело. И это, в принципе, вот умение так звертаться до людей, для политика, для любого политика, это безумовно плюс. Узникає уже наступное питание, что будет далее, але то, что политик повинен володать вот ну, таким умением, это абсолютно ясно. Коли, скажем, некий кандидат у депутаты, у президенты, у кашули, у гайштучку приходит в лицейный цех и начинает говорить про аспекты макроэкономичной политики в умовах, значит, некого там кризису и падения биржевых котировок,
люди этого не разумеют. Ты прости, скажи. И вот тут так само якраз-таки, подобенство. Вот тут якраз-таки есть подобенство помеж Тихановским и Лукашенком, як помеж особами. Это умение говорить с людьми простыми словами и, в принципе, доходливо. Для политика, як бы там я не ставился до Лукашенко, скажем так, ци кто инши, але для политика это безумовный плюс. И он... Лукашенко умеет говорить с народом. С того, что, скажем, я бачу по стримах Тихановского, я бы так само зробил бы такие, подсумовал бы, что он так само, Тихановский, умеет с народом говорить. Але вот эта ситуация, что тут может турбовать? Что, как правило, у людей у такие моменты, ну, есть такая прага, як худшейшего, так сказать, як худшейшего некого вырашения. И куды потом повернется эта ситуация, тяжко сказать. Вот, скажем, 94-й год показал, что ты, кто... И причем я беру прихильников Лукашенко, членов его команды, там, Ганшара, кто там был, Лебейска, Федута, иншие, некоторые Ганшар просто заплатили за это житцем. Вельми худко оказалось, что далеко все не так, как они, так сказать, сподевалось. Ведаешь, я памятаю, от меня уговаривал весной 94 года Витя Ганшар и стидаю команду. Сергей, нам сейчас главное что? Скинуть Кебича, потом мы разберемся. Вот я клянусь, я на эту одну книгу цитую эту размову, а вот что потом? Вот что потом, это питание. И покуль что отказу на это питание нема, и тут так само подобенство. Потому что людей, по великим рахунку, зараз не хвалюя. Вот ситуация доведена до того, что люди, коли вот мы побачим стримы, и Тихановский, не только, да и инших кандидатов, они кажут, что кто за угодно, а бы не Лукашенко. Тут я так само бачу параллель с 94-м годом, пригадай, кто за угодно, а бы не Кебич. Ну, Сергей, я бы все-таки так не совсем с тобой погодился. И вот я еще бы про один хотел аспект поговорить, який ты вот и в Фейсбуку так само отзначил там фразу Тихановского, який сказал, что мы сошли из Украины, наш бизнес, мы с нашим бизнесом сошли из Украины, бо вот глядели российское телебачение, как бы думали, что там все со свастиками, вот. Ну вот, эта ситуация, коли яе вот проецировать на народное меркование, на народное як бы, уявление. Ну, я думаю, ты ведаешь даденные опытания, у коли они были, скажем, и НИСПД, и Вардамаськова, большинство белорусов лечит, что Крым русских, Крым их. И в этом смысле Тихановский, может быть, он сам в душе, сам по себе, так сказать, так не думает. Он думает, что Крым украинский. Но в этой ситуации, а на во что... И он сам себе разважает. На во что я буду казать, что он украинский. Ну, гэтые люди, вот, якія до его идут, они так не думают. А я, принамсі, буду молчать про гэта. И он не мае рацию. Так, поводячи себе. Ну, то, что ты процитовал мой Фейсбук, я там как раз писал про не свои подозрения, подозрения шэрагу палітыкаў, якія Ціхановскаму гэта, так сказаць, закідаюць. І я напісаў, што, ну, відаць, яны, гэтыя палітыкі, апазіцыянеры, маюць пэўную рацыю, калі чалавек так думаў. Я не думаю, што Ціхановскі лічыць, так сказаць, цяпер так, хаця вот не ведаю, вот шэра кажучы, не ведаю. Так само, да, так паказчык, скажам, вот ягонага ставлення да гэтага мы не ведаем. Але, зноў жа, ты прыгадаў інтэрв'ю Ціхановска, это цытата з ягонага інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды». Я прыгадаў яшчэ адну цытату з так само інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Дмітрыю Гурневічу Анатолію Лебецькі, які прыгадываючы пра вот, 93-94 год, калі ў яго корэспандэнт спытаў, ну вот Лукашенко ж выступаў за аб'яднанне з Расіяй, фактычна за ліквідацыю беларускай незалежнасці, і Лебецька там прывёў такую вельмі цікавую фразу, цікавую успамінку, ён сказаў, што мы прыйшлі да Лукашэнкі, не ведаю, хто мы, ну вот Лебецька дакладна, і сказалі, што калі ты так будзеш казаць, мы ад сябе адыдзем і з табой не будзем. І Лукашэнка ім сказаў, што вы, хлопцы, ні ў якім разе, это я так просто кажу, ведаешь, это я так просто кажу, как, так сказать, ну вот подыграть людям.
Вот где эта межа, где, скажем, я так не думаю, а вот потом я приду до улады и все поменяется, помеж тем, что да, я буду робить то, как я кажу, вот тут сумнею певные, могут быть, я вовле принято решить, что политик, коли он, ну, претендует на некую роль у политики, все ж таки, ну, ягоные заявы такого кшталту, ну, отповедают ягоным неким политичным переконанням. Сергей, ведаешь, вот твой блог, так сказать, вот этот твой патос, таки, ведаешь, ты, может, со мной не погодишься, но у меня такое чувание, что ты в этом блогу кому-то скардишься. А у меня он спородил такую думку, что, ведаешь, вот як ты написал, «Коли белорусы слухают сердце». А может быть, отказ в уголе сумный? Завсёды слухали и слухать будут. И у будучыни так само. Так, зразумела, не все. Зразумела, есть люди, якія, як бы там, як табе може здаецца, ці мне, что яны вот розумом, але массы, большасць, вот так и поводят. Так и поводят, и так и будут поводить, и так и будут робить политический выбор. А как бы наши с тобой, например, меркование, ну, яны, как бы, завсёды будут в меньшести. Ты не боишься этого? Ну, скарги тут ніяка нема, кому можно тут заскардиться. Ну, кому? Трампу, пожалуйста, поскардиться. Хотя он, до речи, в этом сенсе вельми подобный, так само, уж коли проводить аналогии. Як раз таки я тут сказав, що ось, ну, заправді, скардиться тут, на що скардиться? Ну, так от народ це сприймає, так народ це сприймає. І там як раз таки я і пишу, що є інші приклади, коли люди роблять вибір не серцем, а розумом. Ну, часом вибір серця і вибір розуму супадає. Ми ведаємо приклади Чехословаччини, скажімо, з Вацлавом Гавелом. Ми ведаємо вибір поляків з Лехом Валенса, коли і розум, і серце супали. Потім, правда, після першого терміна уже, так сказати, і розум, і серце полякам. Ну, Сергій, я тобі скажу, от на конт, коли звертатися до Польщі, да? Ну, от коли Валенса йшов до влади, коли Валенса йшов до президентства, і он що, розказував по пунктах програму Бальцеровича? Что это будет каштовать людям, и какой будет инфляция, и кольки вылетят с працы, и так далее. Я что-то не памятаю, чтобы он это расповедал. И он сказал прикладно так, как Тихановский, да, как Лукашенко. За справедливость будет добро, будем заможно жить, будем как в Европах жить. А вот рассказывать всю схему Бальцеровича, за якую, до речи, поляки, да, гэтуль, вот особисто Бальцеровича не любят. Так что, Сергей, я бы не сказал, что... Поляки особисто Бальцеровича не любят, але яны заможно живут, дякуючи шматучим менавіта Бальцеровичу. Да. Безумовно. Я думаю, что Валенца не мог рассказать про программу Бальцеровича по той простой причине, что он навряд ли разумел нюансы программы Бальцеровича, нават коли, так сказать, коли он уже был президентом. Ну, справа тут не в этом. Але певные моменты, все ж таки Валенца... Ну, важные моменты окреслил. Это незалежность от Кремля, это антикоммунизм, вот это было. Нельзя сказать, что абсолютно была такая уже программа, вот, не, говорка как раз идет про некие базовые принципы, потому что, тому, скажем, ставку податка обладания у кого-то там, скажем, у Тихановского, да и он вовсе зараз не кандидат у президента, до того, что, так сказать, неведомо, ці буде зареєстрована і жінка його. Про це, я так розумію, говорки нема. Наскільки я зрозумів, читаючи соціальні сітки, читаючи Фейсбук, у, скажімо так, національно-демократично орієнтованій частки білоруського громадства, фейсбучного, знову ж, я от меркую по цьому, основне до його, до Тихановича претензії, це от, ну, нейка така сервільність позиції. То, скажем, он там где выступал с российскими стягами, то он кажет, что 23 года тому говорил навод по-белорусски, это в Гомле, где мало кто по-белорусски говорит,
И тут же, вот некалькі годов, амаль в той час, ён, так сказать, верил, что там некий национал-бандеровцы во Украине. Вот не ясность такая. Я знову же кажу, я зараз выказываю не свою позицию, а зараз выказываю... Я разумею, вот Сергей, там, але у меня до тебе разумею. Я кажу пытание, вот ведаешь пытание, и до себе пытание. Может быть, и в будущине пераможца будет выглядеть вот так. Вот. Ведаешь, ты кажешь, а у Польши так, а у Чехии гэдак. Так в Беларуси чехов маловато, и поляков так само не живут. Юра, я с тобой... А в основном живут там белорусы. Так, Юра, я с тобой абсолютно тут погоджусь. Безумовно, у ближайшие 20-30 годов белорусы будут голосовать сердцем. Человек, скажем, умовно, я не буду зараз называть прозвище, но человек, умовно кажучи, там, с дипломом гарвардским, який будет им знову же казать про там монетарные принципы, там, и ставки, там, что все такое, он найхудшей не, ну, скажем так, он не будет иметь перевагу, ці істотних перевагу перед тим человеком, який прийде, скажем, мужики, давайте ему ломимо, потом это... Вот так, ну так, ну пригадай, як скажем, ішов Єльцин. Єльцин був зусім не таким простим чоловіком, як він здавався, так сказати, коли він виступав на трибуні. Коли він виступав супроць привілей, він все ж таки жив на Тверській вулиці у п'ятипокайовій квартирі кандидата в члени політбюро. Але ось на публіку це було так. І тому-то, покільки ось такі люди мають найбільші шанси, і така увага до гэтых людей, що за ними стоїть, які у них будуть, так сказати, команди, ну, да, які у них будуть програми. То, що ти сказав на кон Тихановського, ну я так само його недостатково ведаю, але от з його інтерв'ю «Свободі» я прочитав, що він некілька років працював за межою. И не в России, не в Украине, працевал где-то в Европе. Вот, что на годовину веселья с женкой повез в Париж. Ну, из этого я раблю выснову, что он, махчима, больше складанный, чем той в образ блогера Тихановского. В этом смысле он, махчима, не совсем таки, але вот гэты в образ, працуе в образ. Безумовно. Я так само не думаю, что это был бы абсолютно некий примитивный просто человек, абсолютно не, он не робит такое уражение со своих интервью. Коли мерковать по блогах, ну, блог так ці інакш, блог это в образ, блог это у нечем гульня, игра. Ну, уже совсем тупо, а то я сам, или вы скажем, актера с тем персонажем, это как писали у 70-х годов школьное сочинение, что там Штирлиц запросил на бал Наташу Ростову, маючи на увазе актера Вячеслава Тихонова, который играл и Балконского, и Штирлица. Не, конечно, не. Безумовно, не. И тут треба сказать, что вот, когда мы закранем эту тему public relation, имиджа, то, конечно, у Тихановского просто, ну, на 5 баллов. Зараз я не вижу... Кольки там у школы у белорусских оценка 10 баллов, ну, по-нашему, по-старому, по-советски это было 5 баллов. Высшая оценка, безумовно. И он просто вот трапляє у кропку, трапляє. Як я написал в этом цитованном, прокладанном твоем блогу, он знайшов подходы до сердца людей. Як он это скористає, вот тут я позволю бы себе, дозволю такий прогноз, но могу помилиться, але... Вот коли зараз, там, ну, ці в ближайший час після виборів Сергій Тихановський створить нейку сетку своїх прихильників, таку структуру більш-менш жорстку організовану, може бути, навіть це буде не партія, а нейка організація, то, звісно, у його будуть вельми моцні політичні перспективи, незалежно від теперішніх так званих виборів. Я маю на увазі на будучню. Коли ні, коли він так і застанеться блогером, ну, его может на вираже обвести некий инший, больше, так сказать, удалый блогер, а про его там, про 2 года, могут уже те не так говорить, те забыть. Все может быть. Ну, Сергей, справа тем, что я вот еще хочу на один момент звернуть увагу. Ведаешь, у нас часом такие разваги, что ты, те политик там, я не знаю, президент, те в уголе, он никто. Урешті-решт, может быть, ну, вот у него есть некая, так помовить, и... некий плотик, некая вот как бы некий сегмент, але далеко не весь. Ну, ведаешь, вот опытанки в интернете, это речь, разумела, не репрезентативная,
Але вот поводле их для той публики, якая в их все-таки удельничает, да, ну вот теперь кумир вот этой публики в большей ступени Бабарыка, чем Тихановский. Может, на кон Тихановского это такая, ну, полная иллюзия вот массовой подтримки. Справа в том, что, скажем, в той же Украине, вот там так само есть вельми популярный блогер Анатоль Шарий, он такой вельми пророссийский, выразно пророссийский, вот. И на минулых выборах, парламентских выборах, он фактично, ну, как бы, партия блога, партия блогера одного человека, набрал 1,5%. Ну, 1,5% это шмат, но это 1,5%. Может быть, то же самое и с Тихановским. Вот мы бачим, там 3000 подписалось за его жонку. О, блин, вот, как бы, твары народа, вот народ. Ну это частка. А может быть, все-таки, когда мы берем масштаб более широкий, когда мы поравновываем с 1994 годом, когда Лукашенко, ну, все-таки, як-не-як, выиграл национальные выборы, то, махчима, ну, еще расти, Сергею. Ну, Юра, тут я погожусь так само, и вот это вот ты правильно сказал, что у нас часом идет такая помылка, что, так сказать, я там скажу, да, коли любить, да королеву. Коли не президент, так уже никто. Да не, конечно, каждый человек может быть на своем месте. Я не ведаю, я, может быть, впершиню это скажу публично, а лет в 90-м годе, как депутат Верховного Совета, я тогда голосовал за Сашу Лукашенко, как за старшиню аграрной комиссии Верховного Совета. И коли вернусь у той час, напевно, я так сделал так само. А он за меня голосовал, я за секретаря комиссии по голосности сродка массовой информации. И он бы был бы тогда на том месте, его бы была хватка, что он бы на аграрный сектор вырывал бы, так сказать, гроши и так далее. А вот уже как президент, ни в каком разе я его не поддерживал. И тут безумовно, ты маешь расу. И ведаешь что? Одинное, что я не... Вот ты сказал, что за Бабарыку в интернете шмат. Так, в интернете шмат, але тут ключевое слово в интернете. А вот на улицах мы бачим больше шмат за Тихановская, за Светлану Тихановскую. Это зусім, разные речи. Вот одна из твоих суразмовниц в одной твоей передаче значит, сказала, так, здається, Богуславская, сказала, что поставить клик, поставить лайк Фейсбуку, перепостить, это зусім не інше, что сесть за человека на 15 суток, что отбывается с Тихановским. По-другое, вот это вот, по-другое, ну, скажем, мне вот Бабарыка, он по тем, что он робил с как менеджер, так, вот культурных, он выкликает такую симпатию, значит, але, ну, знову же, это вельми субъективное мое отшивание, але у его, мне сдается, покуль что, нема таких бойцовских якостей. Вот у 94-м годе, сдается, в Орше, коли сустрелись команда Позняка и Лукашенко, и команда Позняка пропоновала Лукашенко, давайте вот вы, аудитория, там, 700 человек, зробим такие дебаты, ты и Позняк. И Лукашенко не захотел. Потому что по психомоторице, по вот этой харизме, ну, махчима Зенон Станиславович, его мог бы перемахши. Так вот, мне кажется, что коли посадить побач у телеэфир Бабарыку и Лукашенко, Лукашенко задавить просто Бабарыку своей энергетикой, своей харизмой. Коли посадить Лукашенко Тихановского, тут я не уверен, что выигрыш будет за Лукашенком. Чому я про это кажу? Потому что я кажу про уздеяние на массы, уздеяние на публику. У Бабарыки имидж покуль, что я подкреслю, респектабельного человека, який ведает, как робить банк, який, так сказать, вот меценат. Все это нормально. Олег, это нормально для тебя, для меня. А мы не ведаем, как это будет у Глузку, где там сидит человек, и он уже сидит 5 месяцев без працы, и думает, ах ты там, этот самый, там, у тебя там миллионы. И вот такая справа, разумеешь? А тут совсем меньше воспринимания. Тому я вот просто, когда мы анализуем ГТМ
гэтыя ацэнкі ў інтэрнэце, рабіў бы паправку на інтэрнэт. Я з табой згодны. Калі б жыццё ішло ў Фейсбуку, вот всё жыццё. Тут бы да, тут бы было б іншае. Но я з табой згодны, ты в этом сэнсе тут не толькі простыя людзі і непростыя людзі. Всё ж такі палітыка это вельмі асабовая справа. І вот калі як бы палітык прайгравает в дуэлі, то ён прайгравае і ў вачах інтэлігентных людзей, бо палітыка это сутыкнення асобаў, не толькі і не столькі розумаў, колькі воляў. І в гэтым сэнсе... Так, тут між іншым вельмі вялікі плюс, я ўжо кажу зараз пра нейкае такое палітычнае ўменне ў Ціхановска, у тым сэнсе, што ён з таго, што я бачыў па ягоных стрымах, па вот тым, як ён сябе павозіў у Менску, калі Радыё Свабода вяла 4 гадзіны прамы рэпартаж, ён вельмі камунікабельны, у яго вельмі добрая рэакцыя, ён імгненна схоплівае, можа рэагаваць, адбіваць. Гэта вельмі важна для палітыка, які прэтэндуе на лідыруючую ролю. Калі табе трэба там 3 хвіліны думаць, як і што, ты можаш быць цудоўным міністрам фінансаў, ты можаш быць цудоўным міністрам, абароны, а вось тут, это вот все ж таки вельмі важная рэч. Між іншым, таксама адзін момант, пра які мы забываемся. У большасці дэмакратычных краін, шмат у якіх, у всякім разе, краінам свету, палітычныя дэбаты пераможцаў другога тура, там ці нават перад другім турам, гэта абавязковая умова. І калі, скажам, чалавек, недзе там, калі чалавек адмаўляецца ад дэбатаў, яго проста могуць зняць з дыстанцыі. Я не думаю, што абавязковая, але это ёсць традыцыя, якая... У нас і традыцыя, так, адмаўляць, калі гэта паставіць на сабе, так сказаць, крыж. Я думаю, што гэта не здарма. Можа быць, прычым гэта мае на увазе не толькі некі прынцып такі паглядзець, там, зрабіць шоу, хаця, канешне, выбары гэта шоу. Але і чыста прагматычны момант. Скажам, калі лідар дзяржавы будзе весці перамовы, нейкі складаныя перамовы там з іншым лідарам дзяржавы ў экстрэмальнай сітуацыі, яму трэба ўмець дэбатаваць, яму трэба прыводзіць свае аргументы, яму трэба адбіваць аргументы праціўніка. І калі ты не валодаеш вот гэтым уменнем, Так, для людзей это вот адчуванне таго, што у тебя ёсць хребет. Так. А і калі... Абсолютно, в Швейцарії, напевно, гэта не істотна. А от в Ізраілі, альбо, скажем, в Америці, в Франції, в Німеччині. Так, гэта істотна. У Беларусі так само. Да, так. Што ж, Сергій, на гэтым сёння на свабодзе. З вами былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Сергій Навумчык. Абмярковалі мы Сергія Ціхановскага. Всяго добрага. До побачення.